субботу матчем с Новополоцким «Нафтаном» футбольный клуб «Лида» начал новый сезон. Первую свою игру чемпионата Беларуси 2019 года в первой лиге он провел дома на стадионе «Старт». Сегодня хочу поздравить всех личан с началом нашего сезона, открытием чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2019-го. Я думаю, что та подготовительная работа, которая сегодня у нас прошла в преддверии этого чемпионата, способна решать задачи высокого уровня. Сегодня мы ставку сделали на молодежь, на свою лидскую молодежь. Сегодня у нас 50% играет игроков лидского футбола. Я думаю, что мы эту тенденцию будем продолжать, потому что ребята, которые где-то уехали раньше, они возвращаются, и мы будем сегодня их приглашать в нашу команду. Тренерский состав сделал все, чтобы пригласить достойных ребят. Я, как сказал, больше молодежь. Сегодня у нас возраст ребят где-то 22-23 года, так что это будущее. Мы сегодня работаем на будущее, и сегодня главным тренером подписан контракт на 2 года. Так что с преддверием, чтобы следующий год мы удержали эту команду, и команда была достойна играть в первой и даже, может, высшей лиге. Сегодня Геращенко – это самый опытный, лучший тренер, я считаю, в Беларуси, который именно работает с молодежью. И молодежь к нему едут молодежь. Я думаю, что сегодня с ним мы будем решать самые хорошие, высокие задачи. Он готов Лиде помочь на этом этапе. Хочется поддержать наших болельщиков, что приходили на футбол, болели за нас. Но мы будем показывать красивую игру. В первом матче чемпионата Беларуси в первой лиге наши футболисты не подвели болельщиков. Они обыграли соперника со счетом 2-1. Несмотря на то, что счет открыли гости, еще в первом тайме хозяева его сравняли, а во втором вырвались вперед и до конца игры удержали счет в свою пользу. Первые 3 очка у Лиды уже есть. В субботу дома наша команда попробует повторить успех в сражении с минскими футболистами из НФК. Игра пройдет на стадионе «Старт». Начало в 16 часов.